Также в рамках пресс-конференции общественник прокомментировал недавнее нападение неизвестных на корреспондента интернет-издания «Общественное мнение» Сергея Вилкова. По мнению Александра Ландо, злоумышленники, избившие журналиста, должны быть наказаны по закону. Но и к Сергею Вилкову правоохранительные органы должны отнестись повнимательнее. Общественник считает, что журналист должен понести ответственность за все сказанное и написанное, в том числе и в социальных сетях. Вседозвольность, она недопустима. Особенно тогда, когда речь идет об истории, и не просто истории, а о нашей Великой Отечественной войне. Глумиться над этими вещами, как это есть у того же Вилкова, это ни в коем случае недопустимо. Потому что там, где фашистская свастика у него там появляется на его твиттере, там, где он говорит о том, что он радуется, что разгромлено наше было посольство на Украине, безобразие, которому должны давать отпор правоохранительные органы, Роскомнадзор и так далее. Притом давать немедленно,